Ребята, всем здорово! С вами Элидас. Давно не снимал Бравл. Есть повод, ребят, есть повод. Два новых бойца. Я очень давно не снимал Бравл. Вот Бас, да, летний сезон. Восьмой сезон. Мы его получим попозже. Я открою, Бравл Пас. Платный, а может и бесплатный. У меня, как всегда, припасено более 100 боксов, поэтому за это лайк с вас сразу же. Потому что, ребят, 100 боксов копить, сами понимаете, я трачу больше месяца, чтобы накопить такое количество боксов. Сегодня мы выбьем грифа, эпического бойца, вот такого прекрасного. Погнали, посмотрим, сколько мне понадобится боксов. В этом сезоне я накопил уже вот порядка 60 уровней. Но мы будем сейчас открывать предыдущий сезон, который у меня остался. 42 бигбокса с 6 сезона. Погнали. Итак, первый бокс у нас голда падает. В принципе, как и ожидалось. Опа-на, неужели сразу гриф? Нет. Ага. Звездная сила. Хорошо, звездная сила на Карла. На 12% быстрее кидает кирку. Хорошо. Идем дальше. Так, тут голда. Опять голда. Так, давайте посмотрим шансы. Мне интересно, какой у меня шанс вообще на выпадение эпика. 0.57. Слушайте, шанс хороший. Шанс хороший. Погнали дальше открывать. Я думаю, с вот этих 40 боксов я, по идее, должен выбить нового бойца грифа. Так, 200 удвоителей. Прекрасно, прекрасно. Так, давай, пожалуйста, гриф. Падай, 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 падай. Новый боец, как-никак, должен выпасть. Но если он не выпадет с этих 42, я, конечно, офигею. Шанс, конечно, не самый огромный, но все же. Он должен дропнуться, что за прикол? Прикиньте, сейчас не выпадет. Я, конечно, офигею. Опа-на, пассивочка на Дэрила. Угу. Когда используют супер... Он, значит, в два раза быстрее, я понял, стреляет на протяжении 5 секунд. Так, давай, давай, давай. Ребят, лайк, сразу лайк за открытие. Давно не снимал ничего. Так, голда. Боже, сколько у меня голды уже просто. Опа-на, опа-на, ребята, 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 давай. Да, это он, это он, это он. Это он, блин. Наконец-то. Наконец-то. Боже, красавчик просто. Просто посмотрите. Скриним, сразу же скриним это дело. Потому что, такое дело, грех не заскринить. Как-никак. Такой боец офигенный. Еще раз даже заскриню. Фух. И погнали, сейчас будем его испытывать. Ровно 32 бокса я открыл. Погнали. Хоба. Вот такой он красавчик. Сейчас посмотрим. Сразу же у меня появился квест на 15 побед на грифа. Мы его будем выполнять. Сразу же я хочу дать грифу очки. Не зря я оставил 1000 поинтов. Прикиньте, 1000 поинтов я оставил с 6 сезона. Сразу же апаем грифа. Даем ему пятихаточку. Еще пятихаточку грифу даем. Все, у него 1000 поинтов есть. Идем апать грифа сразу же. Оп, оп, оп. И все. И гриф у нас на фул сейчас будет. Почти на фул. Восьмерка. Блин, хорош. Просто офигенно. Так, здесь у меня были еще, я помню. В обычном сезоне. Я парочку припас. Да, вот. Десяточков. Отдаем их грифу тоже. Здесь еще очки тоже отдаем грифу. Ой, хорошо. Просто замечательно. 75 очков тоже грифу уходят. И по идее, нет, еще не все. Еще 100 очков грифу. Офигеть. Вроде бы все. Если я не ошибаюсь. Да, это все. Ну что, погнали тестировать. В ШД, наверное. Пошли. Блин. Наконец-то новый боец.
Потом я куплю Brawl Pass, ну, в другом видео. Мы откроем Brawl Pass. Ну и, пожалуй, все. Этого будет более чем достаточно для следующего видеоролика. А потом, ребят, мы, конечно же, выбьем базы. Не знаю, с платного или с бесплатного пасса. Но, блин, классно он стреляет. Чисто тара какая-то. Похоже очень на тару чем-то. Хотя нет, у тары более такие быстрые удары. Угу. Так, так, так. Мне тут пишут. Угу. Так, ульта, ребят, ульта. Сейчас мы проверим ее. Как она вообще через стенки будет ли работать? Вот, например, мистер Пи. Достану ли я до него? Нет, не достану. Плохо. Плохо. Я думал, я достану до него. Так, 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 так. Иди сюда. Мистер Пи, иди сюда. Мортис, 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 хорош. Минус Мортис. Не, ну блин, это нулевые кубки, ребят. Вау, какой прикольный пин. Я себя так восхваляю, как будто, я не знаю, на тысячи кубках играю. Блин. Вот это неприятненько было. Хорош. Топ, просто топ. Давайте еще пару раз за него сыграем. Офигенно. И будем заканчивать видос. Как раз выйдет 10 минут видеоролик. И будет нормас. Погнали в следующую катку. Можно, кстати, для разнообразия, наверное, в другой режим было бы пойти. Ладно, пока разбиваем первую баночку. Забираем. Забираем баночку. Елене, кстати, привет передаю. Если ты смотришь это видео, то тебе привет. Ты в видосе. Так, три тимы у нас остается. Динамайк, иди сюда, тварь такая. Бегает, говнюк. Так, сейчас мы заберем баночку. Сейчас я тебе дам динамита в задницу, говнюк. Сюда иди. Блин, убегает. Убегает от меня. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Да боже, иммунитет вонючий у них. Баз тут еще. Ой, ну все, против базы я тут ничего не сделаю. Базу надо фиксить, ребят. Базу надо фиксить. Потому что, ну, это нереально просто играть. Вот и все, вот и минус мы. Но все равно победа, ребят, победа. И погнали еще разок, наверное, в Brawl Ball. Или в баскет можно, кстати, пойти. Давайте в баскет, наверное, даже пойдем. Пошли в баскет. Новый режим. Я в него еще не играл на видосе. Ну, вполне неплохой. Было до 10 очков, я помню. Потом пофиксили, сделали до 5 очков, потому что тут просто нереально забить 10 очков. Поэтому играем до 5 очков. Так. Грифончик. Аурум. Прикиньте, если это настоящий. А, не, ну, по идее, это не настоящий аурум. Настоящего другой ник вроде. Или тот же. Да блин! Вы говнюки! Да. Лолипоп, хорош. Нет! Фух. Не забил, не забил, не забил.
Так, я могу ульту хоть раз нормально юзануть? О, нормас. Только мячик, блин, не можем забить никак. Ну и все, МЗ забивает. Ну, капец. Надо третью победу делать, ребят. Ну, это не дело. Это не дело. Пасую. Пасую, Лена, не умирай, пожалуйста. Потно, 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 потно. Стоять, супчик, блин, тебе в сраку. Вот и все, мы всираем. Говно режим этот. Ненавижу этот баскетбол вонючий. Кто вообще его придумал добавить? Сюда иди, сюда иди. Ну все, хана. Аурум забивает. Ну, понятно, что не настоящий аурум. Ну, хоть 0 кубков, спасибо и на этом. Ладно, ребят, в общем, это был ролик про Грифа, нового бойца в игре Brawl Stars. С вас лайк, подписочка на канал. Ждите, скоро будет ролик с открытием паса и выбиванием база.